Как сделать вот такой красивый съемный лючок, что его даже в принципе не видно? Нам потребуется вот такая силиконовая смазка, силиконовая затирка и не силиконовый скотч. Берем вот так вот простенько на пальчик намазываем и вот так вот хорошенечко нам нужно все зажирнить, чтобы у нас затирочка силиконовая наша не прилипла туда. Ответную часть мы наоборот зашкуриваем и обеспыливаем. И вот так вот аккуратненько засиликониваем. И аккуратненько снимаем скотч.